Всем привет. Не удивляйтесь травяным джунглям, которые вы видите на кадрах видео. Это заросли камыша, которыми практически заросло озеро, расположенное в 5-м микрорайоне города Мозыря. Это уникальный естественный водоем с интересным названием Бобровское. И название такое дано было не зря. Говорят, что когда-то в нем обитали бобры, ловилась рыба. Сейчас остались только два небольших, незаросших участка, где плавают утки. Очень хочется, чтобы коммунальные службы города не дали пропасть озеру, которое может украсить ландшафт Мозыря и быть прекрасным местом отдыха мозырян.